Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру про зомби. И сейчас я хотел бы отправиться на поиски хозяина нашей собачки. А ну что ж, отправляемся. Пропавший владелец. О, случайная связь. О, случайная встреча. Так встретиться. Случайная встреча, никого нет. А, говняша. Просто лежит говняша. И тут посмотрим, сейчас подбегаем немножечко, посмотрим. Вроде бы тут ничего и не будет. Да, просто говняша. Ну что ж, тоже неплохо. Отправляемся дальше. Оу, мы опять на этом месте. Опять летит наша птичка, которую тяжело попасть. Эй, подожди, алло. Пёска, иди нафиг отсюда. Как-то слишком быстро все происходит, нет? Есть, готова наша летающая птичка, готова. О, журнал какой-то получил. И у нас здесь есть два сумасшедших. Вот они бегают. Есть. Сейчас быстренько его... Успеем, не успеем. Эй, тихо. Меняем оружие. Слишком медленно он перезаряжает, гад. Вот, опять сумасшедший. Опа! Получил такой заряд. Заряд такой получил, бац, бежит. Прыгает на меня что-то. На, получи, гад. Нормально таки. Все, давай, иди ко мне. Раз, два, три. Что я тут получил, мне интересно. Журнал о природе умения путешественник. Использовать. Путешественник плюс 3. Хорошо. И тут у нас, я смотрю, достаточно много зомбаков. Птичка. Толстяк. А, смотри, сколько здесь много всего. Мать, иди отсюда, а. Отвали. О, за что ты меня так, а, гад? Получите. Еще. О, нормально. Толстячок, сейчас мы тебя быстренько. Да что ты будешь, почему он останавливается и стоит, как будто тут есть какая-то преграда. Так, убиваю вот этих всех, они мне не нужны, они мне только мешают. Давай, мать. Отстань. Сейчас попробуем птичку. О. Давай быстро отбегай. Все, птичка готова. Мать тоже, это зомби-мать.
А тут радиейшн. Меня просят сюда в радиейшн пойти, да? Хорошо, что у меня есть снайперка. Подожди, что-то кто там, что, кого? Хорошо, что у меня есть снайперка. О, вот этого дядьку надо стрелять. Ага. Меняем оружие. Эй-эй-эй. Вот гад, смотри какой, а. Все, готов. Вот гаденыш, а. Давай сразу что-нибудь выпьем, водички, что ли. Все, лечение сейчас будет у нас. Берем снайперку и отсюда попробуем их подстрелять. А, мимо. Все, слишком достаточно далеко нахожусь, поближе подойду сейчас. Есть. Есть. Птичка есть. Сейчас прилетит. Ко мне вторую тоже. А, не попадаю я. Слишком близко. Слишком. О, слишком далеко, то есть. Все, готово. Вот идет зомби, мать. Мимо. Сейчас поставим улучшенные патроны сюда. Вот они улучшенные, да? Их поменьше, правда, но они зато улучшенные. Будут наносить больше урона. Да, отлично, прям нормально. Быстро прям наносит урон. Хорошо, достаточно таки. И сейчас мы отсюда вот сейчас будем стрелять. Надо в птицу попасть, чтобы она меня начала видеть. Блин, да, в птицу тяжело попасть. Сейчас подойдем поближе. Да ё-моё! Гады. Все, готово. Что ж, идем, да, пусть, ничего страшного, радиация нас. О-о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 . Да ё-моё, птица, а. Птица, ё-моё. Чтоб тебя. Все, готово. Готова наша птичка. И здесь сейчас посмотрим, поищем. Сразу я еще съем бобы. Потому что... Ой, ё-моё, излучение. Да-да-да. 66 пока, 67. Ну, пока восстанавливаюсь. Пока восстанавливаюсь. Так, стой. Да стой, я сказал. Иди нафиг. Все, готово. Вот он, чувак. Эти мерзавцы меня раскусили. Мои дни сочтены. Я спасу тебя, не отчаивайся. Не беспокойся. А, тут рядом сундук с моим снаряжением. Ой, возьми его, только обещай, что присмотришь за моим псом. Обещаю. Я позабочусь о твоей собаке. Ой, он превратился в зомби.
Все, бедолага. И где у нас тут сундук? А что это такое? Серебряные монеты и еще что-то там такое непонятно. Все, теперь нам нужно вернуться домой в город. Да, 56 здоровья, но ничего страшного. Идем к нашей собачке. Гав-гав, извини, его было невозможно спасти. Ты мой новый хозяин. Мне нужна конура и еда. Будка. Принято. Значит, собачке нужна будка. Хорошо. Отправляемся к торговцу, что у него есть интересного. Угу. Пистолет-пулемет, у меня такой есть. Так, 7,6 урон. А у меня сколько? Такая же, да? 7,6. Сейчас я посмотрю, сколько у меня. Да, такой же самый пистолет. Что тебе можно продать? Кусок железа? И все, да? А что купить? Ой, очень дорого. Очень дорого все стоит. И это за 1500. Так, это я пока не буду. Продавать эту книжку. Продам, она мне нафиг не нужна. И там я еще взял, смотри, карту сокровищ. Ага, зачем мне продать за 120 рублей? Я его сейчас, подожди, использую. Все. Где карта сокровищ? Сейчас я посмотрю. День ракет, порядок на ферме, поезд зацепок, охота на зомби, день снайпера, воспоминания ракеты. Будка, солнечный... Давай идем на будку. Сейчас ходим в будку, сделаем. А где у меня... Подожди, ничего понять не могу. Ладно, идем в будку и мы ищем. Пески. О, сейф есть. Сейфочек, сразу же мы его откроем. Есть. 600 серебряных монет и один бинт. Еще и патрончики есть. Хорошо. Возьмите будку. Вот она у нас. Будка. О, еще один сейф. Давай сразу сейф еще один откроем. Ничего себе, два сейфа, офигеть. Ах, черт. Еще два осталось. Есть. Отлично. Опять монеты. У 4 золотых и один бинт. А, вот будка. Все. О, зомби атакуют. Еще надо собачью миску найти. И собачий корм. Так, вот этого надо. Вот этого гада надо убивать. Кто-то сзади, дай меня цапнул. Ну-ну-ну-ну. Иди лесом. У меня заканчиваются критические вот эти вот патроны. К сожалению, два патрона осталось. Все, и теперь обычный. Обычные патрончики. Надо их. Ну, 8 зомбаков. Да мы сейчас их подзорвем. Этого сейчас подзорвем. Сюда иди ко мне. Сейчас подзорвем их, да и все. Пусть подойдут. И мы их подзорвем, ребят. Давайте поближе. Все, готово, отдыхайте. Отдыхайте.
Загрузите будку в машину. Все, будка готова. Вот она у нас, отличная будка. И найдите собачью миску. Она у нас где-то в магазине должна быть, да? Собачья миска. Где она может быть? А, вот она, собачья миска. А, убейте зомби. Так, опять у нас зомбачье. Вот еще один ходит. А, нет, у них здесь толпа. Она, нет, не толпа, а 4 замка всего лишь. Вот этих 2 зомби и вот здесь еще куча. Все, ждем, пускай подойдут поближе. Все, хорошо. Все, ребята, пошлите на фейерверк сюда. Поближе подходим. Вот здесь, сюда, сюда поближе. Нет, нет. Вы идите сюда. Потом идите сюда. На счет 3. 1, 2, 3. Кусок железа. Загрузите мишку, миску в машину. Миску. Мишку, говорю. А загрузите мишку в машину. Так, ну, все. Есть, готова миска. Найдите собачий корм. Ага, конечно же. Нужно же собачку чем-то кормить. А, вот и корм. Смотри, отлично. Как раз. И у нас еще 9 зомбаков. Ага, зомби атакуют. Защищайтесь. Вот наши зомбаки. Эй! Все, готов. 41 жизнь у меня. Давайте, ребята, мы сейчас сюда у всех. Пусть сюда все подходят. И сейчас мы их подзорвем. Угу. Так, сначала сюда идем, и потом сюда. Готово. Ничего мне не дали, прикинь. Сколько зомбаков-то много было. Загрузите собачий корм в машину. Еще загружаем. Готово, миссия завершена, будка. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Мы выполнили все задание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.